Краса врятує світ. А от яка краса? Зараз і дізнаємося у організаторів конкурсу «Студміс Чернігів». Доброго ранку! Доброго ранку! Так, сьогодні до нас завітала Марина Валеріївна Гуйденко та Аня Корнієнко, організатори цього конкурсу. І сьогодні ми будемо в них дізнаватися, що ж такого в цьому році буде нового. Так? А може трішки старого? Ну, а може побачимо. Старого, так. Ну, звісно, це вже конкурс проходить у нас не вперше в нашому місті. Я лише пам'ятаю три конкурси, а скільки їх взагалі було? Да, три. Три, да. Це вже четвертий. Угу. Розуміло. Так, ну що ж. Ні, це в цьому році третій конкурс, це буде третій. А на Україні шостий рік проходить. А в Україні шостий. Да, ну що ж, ми дуже багато знаємо, мабуть, про цей конкурс. Кожного року щось нове з'являється. Що в цьому році буде такого відмінного від інших років? Ну давайте, хто з вас перший? Секрети. Ну ми як в кожному році намагаємося щось нове додати. Вот, і в кожному, ну, кожен рік у нас якісь цікаві виходи з'являються. Вот, ну, звісно ж, нові дівчатки, нові лица. Ми стараємося відбирати нові, які у нас, знаєте, як є определенний контингент людей, там, де люблять во всіх конкурсах участвувати. Но ми ищем дівчаткам по всім учебним заведенням, которые, ну, очень интересные, симпатичные, есть даже очень стеснительные, которые хотят участвовать, но не боятся. Но у них мы верим в них, что у них все получится. От мені завжди цікаво було, от як ви взагалі зазиваєте до себе оцих всіх учасниць? Ну, як ви проводите взагалі цю роботу з ними? Приходьте на «Студміс Чернігів», так, вас можливо, чекає по радіо, багато там, цікавого. По телебаченню. Ні, ми даємо рекламу, виходить, в... Листівки роздаєте? Ні, на вищих навчальних закладах, да, то есть, там афіши ми вішали на кастинг, також ми там ВКонтакте всім, как бы, дивимося, да, в соцсетях писали, всі бачили рекламу, у нас є група ВКонтакте, там, де ми всі новості, как бы, публікуємо, і дівчатки, які цікавляться этим, даже есть, которые не интересуются, но мы их привлекаем, и потом они как бы все хотят, но такие, ну, не знаю, там, боятся. Соломляться. Да, да, не уверены в себе и в своих возможностях. Зато после конкурса во всех, все, мы везде участвуем. Мы на все, да, забирайте нас везде. А скажи, Аня. Зараз, вибач, перебив трошки. От у вас все ж таки був кастинг, я пам'ятаю, я бачив. Да, був кастинг. Кастинг був, скільки прийшло народу і скільки ви відібрали? Чи, можливо, хтось відмовився, чи хтось не пройшов? Ні, розкажіть, як це відбувається. Взагалі, пройшли, як прийшли всі, і всі участвували, тому що всі дуже хотіли, дуже сильно. Тобто прийшло, некоторые, більшість дівчат сказали, що ми не можемо там по каким-то причинам, але були дівчатки, які у нас вже участвували в показах, які ми брали, вот, і тому вони, от, ми за, пожалуйста, там некоторые до этого, ну, то есть они ще в школі були, а, ну, також ми беремо абітурієнтів, виходить, 11 клас, вони вже на следующий год будут студентами и как раз уже могут участвовать в «Студміс Украины», если пройдут. А, вот. И, ну, кастинг прошел, как бы все тоже остались довольны. Мы сидели, наверное, часа два, общались, и девочки задавали кучу вопросов, вот, поэтому, ну, все понравились, и потом мы в конце, как бы, ну, традиционно спрашивали, кто, ну, кто-то будет, а может, кто-то не хочет. Нет, все за, мы будем. А вот такая ситуация. Если бы пришло, например, на кастинг 50 человек, и все хотели бы дуже бути участниками. Ну, был бы тогда уже отбор пожестче. Тоді вже прийшлось би так відсіювати. Тоді було б тільки 18 чоловік. А за якими критеріями тоді їх би ви оцінювали? Ну, в першу чергу, звісно, наверное, щоб була хороша фігура, тому що хоч ми і не робимо покази, не привітуємо в «Студміс» покази в белье і в купальниках, як-то більше одягаємо там шорти, рубашки, там боді, щоб немножко прикрытило. Но все равно, в принципі, потом победительница, когда едет на «Студміс Украина», они обязательно там выходят в купальниках, естественно, фигура должна быть идеальная. Поэтому, хотя сейчас молодежь, в принципе, все поддерживают фигуру, стараются. Вот, поэтому, естественно, чтобы были внешние данные, фигура. Общаемся с девочками, чтобы не было так, что на сцене, когда проходит интеллектуальный конкурс, они стоят и ничего сказать не могут, хотя каждая девушка по-разному относится к конкурсам.
хоть некоторые даже если участвуют уже не первый год, они начинают переживать, начинают нервничать. И если вопрос, который они, как бы, может быть, немножко недопонимают, спасибо, всегда есть ведущие, которые подсказывают, да, Гордей? Спасибо. Вот, поэтому намного легче тогда ответить на этот вопрос. А так, в принципе, у девочек есть желание. В этом году девчонки собрались настолько живые, настолько энергичные. Мы когда с Аней ставили первое дефиле, боже, у нас голова кругом шла. Но зато вот у нас в этом году будет дефиле, очень интересное дефиле, будет игра цветов, будет три цвета. Черный, красный, белый. Дефиле очень сложное. Но когда мы его ставили, разводили на 18 человек, я удивилась. Мне настолько было приятно, что они все стояли, слушали, терпели, пока мы делали какие-то рисунки, какие-то перестановки, потому что... Мы все внимательно были сконцентрированы. Да, на рисунке дефиле было одно, как бы мы нарисовали один рисунок, а когда начали ставить на девочках, получилось где-то что-то по музыке не доходит, где-то что-то не получается. И они выдержали. Вчера мы доделали это дефиле, они в таком восторге. И плюс у нас в этом году мы практически все дефиле ставим под наших украинских певцов. Угу. А вот, да, две песни у нас «Онуки», одна песня «Пианобой», ну, и единственная одна, одна песня, да, которая мне очень нравится, поэтому решила. Ну, такая популярная, как бы не без этих тоже песен. А так вообще, ну, была моя идея взять украинских. Ну, и у нас очень много интересных, классных песен, и как бы больше хочется таких наших украинских. И вот эти выходы вообще очень классные получились. Думаю, все на конкурсе смогут увидеть. А скажите, какие тоді виходи у вас будут? Вот вы кажете, гра кольорів буде, а це буде виход в чому? Это шорти выход будет майка? Шорти і футболки. Шорти і футболки. Да, ми беремо в одному магазині, от магазина беремо шорти і футболки. Первый выход у нас будет в дизайнерской одежде. В этот раз с нами работают раз, два, три. Три дизайнера. Это там и вышивка ручной работы, там и вышивка машинная. И, ну, в общем, игра цветов, там будет и оранжевый, и синий, и зеленый, в общем. Да, это настолько народный, будет, народный по Дануку будет, да, выход. Потом один выход у нас будут, ну, такие молодежные платьица. Мы с Юлей Мамчур работаем уже не первый год, поэтому спасибо Юлечке, что она нам всегда одевает девочек красиво, и потом дарит девочке, понравившейся ей девочке, она дарит платье. Так настолько приятно. А вот, потом, так, один, второй... ну, в принципе, тогда, да, три выхода получается. Три, и последний выход в вечерних платьях. Интеллектуальный конкурс. А, интеллектуальный конкурс, да, обязательно будет. В этом году у нас такой конкурс должен быть интересный, но мы посмотрим. Мы с одной компанией работаем. Да, у них есть свои вопросы. У них есть свои вопросы, но мы попробуем, посмотрим. Я помню, в минулому році был у вас такой интересный выход на Кенга Джамс. Да, в том году, да. В цьому році якийсь такий спортивний вихід чи щось таке буде? Поэтому в этом году, просто если каждый год делать спортивный выход, будет неинтересно. Поэтому мы решили в этом году сделать именно вот игра цветов. Оно, ну, тоже там в кроссовках, шортах, в футболках, но оно будет, он будет яркий, просто-напросто яркий такой. Ну и вообще, я думаю, за счет даже наших украинских исполнителей, песни все очень красивые, все выходы тоже очень красивые, мы разводки делали, то есть, я думаю, очень все должно получиться. Должно все получиться, по-другому мы не работаем по-другому. И конкурсу талантов не будет у вас такого? Нет, такого у нас нет. Такого мы никогда не делаем. У нас хватает талантов в Чернигове, как бы мы приглашаем ярмарку, потом Липнянский тоже будут спевать у нас, вот. Ну, то есть, этих талантов у нас хватает. Яна Пікуль будет играть даже в этом году. На скрипке. Тоже, кстати, Яночка тоже, она поучаствовала у меня в первом конкурсе, победила какая-то категория, я не помню, потому что мы детские конкурсы я когда-то проводила, сейчас уже тоже несколько лет не провожу. Вот. И она победила, и Оля, мама ее, говорит, мы, говорит, как победили, говорит, у тебя, говорит, Марина, говорит, так у нас и пошел толчок наверх. И она сейчас молодец, вот мы с детьми, театр МОД у меня еще есть детский, мы вот 21-го едем на фестиваль в Киев, в котором Яна в Киеве, она ведущая этого конкурса. В киевской даже администрации проходить этот конкурс будет. Молодец, девочка. Так, звичайно. Так, молодці. Але я так розумію, до вас приходять дівчата, які нічим до цього не займалися.
Вони не вміють ходити, нічого взагалі не вміють. Ну, деякі. Можливо, вже приходять досвідчені, так. А деякі приходять. Ви, мабуть, проводите тренування. Я бачив, до речі, фотографії у ваших соціальних мережах, що дефіле навчав чоловік на підборах. Да, було, це мене дуже вразила ця фотка. Нам серйозно? Було очень, да, серйозно. Було дуже здорово. Це Оля, я не знаю, як у них, Dusty Art називається, правильно, не помню. Вони пригласили на мастер-клас этого Тараса. Фамилию тоже я немножко не помню. Сам он хореограф, народник, но он ставит постановки, именно ставит певцам, танцорам, как правильно себя держать на сцене, как музыкантам правильно держать на сцене. И плюс в Киеве и по всему миру он занимается постановками дефиле. Конечно, да, занимается показами. И именно вот он нам преподнес урок, как надо показывать одежду от кутюр. Настолько было здорово, настолько было интересно. Конечно, когда он вышел, мои девчонки, потому что у меня были и дети, и участницы студмисс наши были. Вот. Девчонки начали немножко хихикать. Я им сказала, я показала тихонечко. Но когда он начал им показывать, ну просто, понимаете, такая аура, все как завороженные. Настолько было классно, настолько было интересно. И самое главное, что тот мастер-класс, который он показал, я его немножко применила в дефиле, вот, который у нас тут в платьях. Настолько було інтересно, ну, очень здорово. А мені цікаво, от який у нього розмір підборів був? Ну, це ж, напевно, 43-й, 44-й, 45-й. Ні, між прочим, він не дуже високий. Між прочим, взагалі, народники, обычно люди, как бы, не дуже високого росту. І у народників, в основному, по крайней мере, як от просто сама всю жизнь займалася народними танцями, завжди ножка була маленька. І от у ребят были 39-41, это самый большой. Он не слишком высокий, просто у него были, наверное, каблуки сантиметров 15, и сантиметров, наверное, 8 или 7 была платформа. Да. Поэтому, да, он, конечно, очень высоко смотрелся, казался высокий, но какие у него красивые руки постановки, какая у него постановка корпуса, ну, это просто... Ну, может, то, что я хореограф, у меня это... Профессиональная, да. Вообще очень здорово. Девчонки остались в восторге. Говорит, Марина Валерьевна, если будет еще такой мастер-класс, приглашайте, мы с удовольствием. Да, всем все понравилось. Девочки тоже для себя что-то перебрали. И теперь, я думаю, они точно будут выглядеть на конкурсе. Да, и фотосессия у нас была с машинами такая красивая. Еще будет на лужайке у нас фотосессия в пятницу. Так что фотографии, все в соцсетях у нас, все-все есть. А расскажите мне, вот, наприклад, якщо я захочу приймати участь у вашому конкурсі, без вопросів. Що мені для цього потрібно, щоб все-таки не просто прийняти участь, а перемогти? Ага, для того, щоб победить, во-первых, нужна уверенность в себе. Ну, це в мене є. Есть, да. Ви вже поняли. Прекрасно улыбаться на сцені, держать себя... Наверное, все-таки победа, вот когда девочка держит себя уверенно. Достойно. Достойно, да, потому что вот Катя Захарчук в прошлом году, ну, она только вышла на сцену, ну, как бы я уже много конкурсов провожу, я уже первую тройку всегда вижу. В этом году что-то как-то пока я, колебания, я пока не могу сказать. А так вот в прошлом году, не знаю, но я видела, что Катя Захарчук будет победительницей, поэтому... Ну, она уже досвідчена. Да, она в конкурсах. Ну, правда, у нас в этом году есть сколько? Раз, два, три девочки, которые участвовали в студмисс. В прошлом году одна участвовала. Две, по-моему, в прошлом году. Да, две в прошлом году и одна в позапрошлом году. Они настолько, им понравилось участвовать, что можно мы. Но вначале я говорю, девочки, подождите, говорю, там посмотрим. Но у нас даже в этом году получилось так, что мы уже провели кастинг, уже начали работу, и одна приходит, девочка говорит, Марина Валерьевна так хочет девочка, ну возьмите, пожалуйста. Но одну взяли, одну выкинули из конкурса, потому что там вообще с этих, с
Броворов, откуда с Броворов, да, приехала из такая Киева, талантливая хотели, да. Бандуристка или как? Бандура у нее или как? Не помню. Не да. Бандура, большая какая. Большая вот эта штука. Как она называется? Да. Ну, она просто-напросто... Нет, не арфа, по-моему. Нет, ну там... Я забыла, как называется, неважно. Но самое главное, что она немного там вынесла мозги. И так получилось, что она на фотосессию не приехала. Мы ее... отфутболили, и зато пришли одеваться в магазин. Девочка, я тоже хочу. Ну, ее забрали, Марину. Поэтому такой, я говорю, Марин, если у меня будет место, я тебя заберу. Ну, и получилось так. Леру убрали, а Марину завидели. Все равно 18 человек, да. Могло быть, еще сейчас стали писать можно, но достаточно 18. За неделю до конкурса осталось как бы подготовка. Тем более, мы подготовились. И фотосессии уже, ну, вот одна осталась, в принципе, так уже... Кто не успел, тот на следующий год забираем. И тоже некоторые девочки писали, ой, мы очень хотим, но 10 класс там некоторые. Как бы, ну, мы можем взять, то есть, ну, участвовать, но нет, не, ну, мы лучше в следующем году, чтобы уже точно идти на победу, как бы, ну, если они уже выиграют. Ну, бачиться ж не дуже 10 клас, це ж більше міс скул, чим студміс якось. Тим более ми з дівчатками, які в студміс участвують, вони знають, що как бы, ми займаємося не тільки конкурсами, а зараз займаюся дуже багато показів, фешн, і, звісно, я беру в першу чергу ті дівчатки, з якими я працюю. Мені пишуть деякі, фотосесії пропонують, магазини, одежди, дуже багато. Мені дзвонять і кажуть, Марина Валерівна, дайте, будь ласка, дівчатку. Будь ласка, але я завжди пишу в першу чергу, я даю свої, с которыми я работаю. Да, участники, они нас выручают, да, во многих ситуациях, а мы им даем возможность подзаработать. Почему бы и нет? Так, ну еще ж, давайте теперь про найприємніше. Що чекає переможців? Що будете дарувати? Які сюрпризи? У нас очень много в этом году спонсоров вообще. То есть там за 30 уже перевалило. Вот. Ну и все девочки останутся. Ну это как бы немножко секретит. Мы все карты не открываем. Вот. Ну то есть все девочки останутся с подарками. Думаю, все будут очень довольны. Многие магазины. Просто приятно, что в этом году мы старались с партнерами работать так, чтобы я говорю, давайте лучше всем. Есть какой-то там, есть некоторые магазины, которые дают два подарка, но хороших. Я говорю, скидки как по 10% или что-нибудь говорю, это говорю, просто-напросто не обижайтесь, но не, это неинтересно. Девочки положат эти скидки и будут они лежать. Сертификаты. Да, сертификаты. И поэтому мы с партнерами, с которыми разговаривали, я прошу в основном, мы просим подарки. Давайте хорошие подарки даете. И в этом году девчонки, там еще один сюрприз, не будем рассказывать, потому что могут увидеть. У нас за 3 года у нас такого не было. Но девчонки будут счастливы. То, что дипломы, ленты, понятно, там, это понятно. Но еще цветы обязательно, конечно, без этого никак. Ну и остальные подарки получат на конкурсе. Я точно йду приймати участь в наступному році. Да. Хорошо. Так, ну що ж, давайте все ж таки проанонсуємо, що, де, коли і запросимо усіх. Да, что 27 числа у нас, 27 мая, это суббота в 18:00 в Дворце культуры химиков будет состояться конкурс «Студмисс Чернигова 2017». Всех ждем, что все билеты можно приобрести у нас, организаторов конкурса. Также у нас есть страница в социальных сетях, это твой контакт, Facebook, Instagram. Там можно тоже все вопросы нам задавать и по поводу билета обращаться к нам или же к участницам. Все. Дякую. Побачимось на вашому конкурсі. Дякую.